польские гусары против украинских казаков. Такими показательными боями открылся день цветения черемухи. В усадьбе Мамаева-Слобода в Киеве этот праздник отмечается уже в четвертый раз. Казаки надеются, что день любимого дерева гетьмана войска Запорожского Богдана Хмельницкого украинцы начнут отмечать широко. Мы хотим, чтобы этот праздник вытеснил первомайские праздники, и надеемся, что лет через 20 вся Украина будет не ходить с красными кумачами, а будет уважать цветок черемуху, уважать великого гетьмана, который делал Украину независимой. Эти 6 кустов черемухи привезли из села Суботово, где когда-то находилось поместье Богдана Хмельницкого. Говорят, он собственноручно высадил растения в своем дворе и в свободное от военных сражений время наслаждался его цветением. Выдающийся воин был еще и романтиком. Он был добрый рыцарь, и до момента восстания он был одним из лучших сабель Речи Посполитой. У него был подарок от короля Владислава. Тогда не дарили орденов, дарили саблю. Дарували на той час орденів, дарували шаблю. Сама же черемуха для украинцев была не только предметом любования. Ее употребляли в пищу, делали из нее муку, а также использовали в медицине как антисептик. NTD, Киев, Украина.